Леонид Васильевич, ваш комментарий по игре. Ничья. Все равно какие-то очки набрали. Конечно, хотелось бы и выиграть, но мы очень начали. У нас первый тайм, пол команды не мобилизованы были. То есть почему и так вот их настраивало, они думали там, да, Севастополь, да, Севастополь. Мы, Севастополь не хуже нас, а может и лучше. Поэтому нам надо с полной мобилизацией. У нас полкоманды еще раз от борьбы отказались, начали своими делами какими-то заниматься. Вот это проблема была. Ну, во втором тайме уже и побежали вроде бы. Замены надо было раньше сделать. Надо было, видимо, в перерыве сделать замены, чтобы обострить. Потому что у нас сегодня нападающие, они особенно в полях. Ну, вообще, то есть все потеря практически. И игрок, который может создать, а он создавал возле центральной линии, там где-то за все. То есть мы не имели остроты такой. Поэтому, ну, вот вышел Минасян, я его поздравляю с первым голом, он давно уже не забивал, в прошлом году только забивал. Поэтому Гриша с первым голом, молодец, старательно вышел. Ну, теперь место в составе пусть завоевывает. Поэтому, а так, по игре, еще раз говорю, Севастополь пришел в чувство, у них, когда мы там играли, у них все-таки функциональный спад был, они потом холдинг вот этот 0-7, вот это, сейчас привели в команду в порядок функциональный, они в хорошем состоянии, боролись, бились, движение хорошее, организовано, то есть они понимали, чего хотели, ну и... Хотелось бы, конечно, выиграть, но думаю, что ничья это все равно в копилочку. Нам надо набирать очки свои, чтобы попадать в тройку и бороться дальше за высокие места.